Всем большой привет! Кто смотрел мое видео, где я распаковываю посылку, которую я выиграла в конкурсе, тот знает, что мне там приходил вот такой вот пластиковый контейнер для приготовления яиц в микроволновке. Если вы еще не видели это видео, то здесь я оставлю на него обязательно ссылочку. Можете пройти и посмотреть. Помимо этого контейнера я там еще много кучу всяких полезностей получила. Вот, и сейчас я хочу попробовать приготовить в нем яичницу. Я его уже помыла. Единственное, я не убрала эту этикетку, потому что хотела вам ее показать. Здесь нужно, значит, так, вымыть контейнер, я это уже сделала. Просто разбить яйца и кончиком ножа распределить желток по центру. Добавить по 1 чайной ложке воды в каждое яйцо, закрыть крышку и готовить при мощности 700-750 Вт, 50 секунд. Дать постоять 10 секунд и готовить еще 20 секунд, ага. Кстати, здесь ничего не написано про соль, но я, конечно же, посолю. Я не помню мощность моей микроволновки, так как у меня здесь не указано, но, по-моему, у меня и есть где-то 700-750 Вт, самая высокая мощность. Поэтому я ставлю на всю. Так. Ставим почти на минутку. Время вышло. Достаю. Смотрим, что там получилось. Там, кстати, было написано, что нужно подождать 10 секунд примерно, а потом поставить еще раз. Вот так вот сейчас это выглядит. Яйца, ну, почти готовы. Так, закрываю и ставлю еще на 10 секунд. Все, прошло 10 секунд. Достаю. Мне кажется, ничего не изменилось. Сейчас посмотрю. Ну да. Нет, для меня это яйца еще не готовы. Надо еще поставить. Ай, горяченько. Так. Ну вот, уже совсем другое дело. Хотя внутри жидковато. Блин, я не люблю такие яйца. Поставлю еще. Ну, надеюсь, сейчас они приготовились так, как мне надо. О, да. Вот такие я люблю яйца уже. Буду вынимать, положу все на тарелочку, вам покажу. Вот такая получилась у меня яичница. Я уже тут, видите, с краешка немножко попробовала серединку. Знаете, по вкусу могу сказать, что это не совсем яичница. Это, знаете, что-то среднее между вареными яйцами и яичницей. Ну, вкусно, могу сказать. Делать я однозначно в этом контейнере буду и дальше.